Это тыльная сторона клуба. На территории расположения подразделений войсковой части 47-280 Алтыслагерь. Это как раз бабочка здесь. Вторая тут мелькает. Да, тыльная сторона клуба. Поближе и посмотрим, если не улетит. Что я не вижу, что уже где-то она тут. А вот она. Какая-то она не совсем целая. Вроде как крылышки у нее повреждены. Ну, не мудрено, а тут на репейнике сидит. Да. Вот клуб, тыльная сторона. А это площадка, которая стража тут. Вот бабочка улетела. Тут заросли ежевики. Например, вот сразу тут. Осыпается, конечно, уже она. Это он тут на бетонном основании, или асфальт тут, или бетон, уже непонятно. Ежевика. Ну, сорвем одну ягодку. Очень вкусно. Да. Тыльная сторона клуба. И заросли крапивы. Тут на этом асфальте или на бетоне. На площадке. Другие растения. Ну, крапива преобладает. Мы нашли тут пятачок, где можно походить. Вот она. Крапива. Хорошо себя тут чувствует. Чего доброго. Крапива. Я сегодня 3 августа 2024 года. Тут какие-то другие странные растения. На этой площадке. Вот клуб. Опять же, ориентир. Здесь как раз вход на сцену, вот здесь. Мы немножко развернемся вот так на углу. Туда пойдем, если там сейчас забор. Легкий забор, но нам его не преодолеть. Там помещение караульной службы находилось. Сейчас нет. Вот забор, который я... Ух ты, крапива. Забор. Мы там ходили с вами. По-моему, в прошлом году. Вот лес теперь тут растет. Да, и так дальше. Баня. Ну, а дальше там уже объекты парка боевой техники. Войсковой части 47-280. Изначально это был мотострелковый полк, а затем танковый, под одним же номером. Развернулись, за спиной у нас, будем считать, баня и караульное, помещение караульной службы. Вот я упоминал вход сюда, в клуб. Дерево одно лежит, упало. Да, времени сейчас... 16:30. Как раз солнце с этой стороны, тут кое-что видно. А если с другой стороны солнце дуешь до обеденного времени, ну ничего тут не разглядеть, все это. Тень большая. Вот здесь вход. Он полукругом тут, пандус сделан. Если получится, мы немного зайдем туда. Вот это. Площадка, которая, где мы начинали видео. А вот так прямо, там казарма, в котором располагались подразделения саперов и связистов. Вот здесь вход на сцену клуба. По прошлым нашим посещениям здесь было такие
были такие большие заросли ежевики. Мы не могли сюда попадать. Все спокойно заходим. Тоже, видимо, она пропала. Эти лианы. Тут было невозможно. Вот пандус. Спокойно можно было заехать. Автомобили сгрузить реквизиты на концерт. Вот выход. Запасной выход. Отсюда выходили люди. Тут люди, бойцы. После окончания сеанса или кинофильма или концерта. Команда строится. А здесь строились, видимо. Ну и по местам. Вот мы куда поднялись. По пандусу. Поэтому. Это все. Тут деревья выросли на этом пандусе. А вот вход сюда, на сцену. На сцену клуба. Большие двери. Одни мы пересекли, вторые. Двухстворчатые, металлические. Никак не шевелится. Вторая створка. Тамбур, не тамбур. На сцену сразу, вот сюда можно выйти. Вот вышли на сцену, почти что. А эту сцену уже можно пройти. Иногда нельзя было пройти через сцену. Тут уже выступали или еще что-либо делалось за сцену. Это мы на сцене. Здесь был экран с правой стороны. Это клуб, зрительный зал. Вот он как выглядит в настоящее время. А именно 3 августа 2024 года. Тут на стенах рисунки тут всякие. Дел. Нас они не интересуют. Мы не будем весь клуб смотреть. Ходили не один раз. Там киноаппаратная и галерка. Кто-то тут сидел же, смотрел кинофильмы, концертные программы. Да не кто-то, а бойцы этих частей, которые я назвал. 47-280. Вот, которым мы за сценой вроде как идем. Вроде как за сценой. И вот на выход. Вот батареи были. Элементы отопления. Котельная в подвале. Мы были там. Вышли. Также вниз и дойдем в сторону казармы, которая прямо вот так, где размещались подразделения саперов и связистов. Тут закрыта дверь. Но нам она и не нужна. Мы как-то зашли сюда, по-другому заходили. Теперь как выйти? Такие вот колючки. Колючки-то ладно, мы обошли. Крапива вот какая тут. Крапива. Ну, крапивы мы не очень-то и боимся, подумаешь. Фу ты, я зря сказал. Не боимся мы, конечно. Ощущения еще те.
легкой одежде. Прошли мы эту куртину. Ох, тут бабочки опять летают. А где-то мы же здесь начинали видео. Да, вон она сидит обратно, эта бабочка. Снова она тут, мы ее встретили. Ну, а тут, наверное, одна в округе. Вон как она заторопилась. Ее привлекает этот цвет. Тоже тут единственный тропинник цветет. Остальные уже цвели, вот, например. И они сюда летят, на этот цвет. Мы видели этот ежевигу. Вот она какая. Много ежевиги. Попал я в лианы в эти. Вот это дерево упало. Это все площадка, которая за клубом. Вот двери еще одни. Следующие двери. Это в киноаппаратную наверх подняться можно. Вот. А это со стороны библиотеки. Двери. Вон он, велосипед. Стоит. Вон дерево, которое упало. Налево мы пойдем, попадем на плац строевой. И дальше парк боевой техники. Но прежде будет казарма, где размещалась рота автомобилистов. Авторота и, по-моему, ремонтные подразделения. Вон там она. Это, о, часы. Да, к 5 подходит. Вот казарма, которую упомянул. Мы частенько ее видим. Эту казарму. Ну, зарастает. Хорошая солнечная погода. Но здесь всегда тень. Вот деревья выросли. Подросли. На выход. Направо, если пойдем, туда выйдем на столоп офицерского состава. Прежде будет малый штаб. Почта там была. Аллейки, деревья подросли здесь. Вот как они выросли. Здесь бетонное покрытие, где мы сейчас стоим. Поэтому тут ничего не растет, наверное. Вот вход. Казарма. Во всех помещениях казармы мы были. Подвальная, чердачная. В подвале неплохая баня. И неплохо сохранилась. Надо сказать. Да, от бани. От входа с правой стороны. С правой, да. С левой стороны в подвале тоже кое-что есть. Но не так, как сапер. Вот прямо дорога пошла на плац. Точнее, не плац. Сразу выйдем туда на... За казармой направо будет плац. А это прямо туда, сразу на парк боевой техники. Но влево мы знаем там. Помещение караульной службы, баня, другие объекты были. В этом году здесь поменьше крапивы. Именно в этом месте. Прошлые годы тут мой рост была, вымахала. Почему? Перестала расти. Тень, наверное, тоже не хочет тень. Вот посмотрели. Вот клуб. Мы посмотрели тыльную сторону. Площадку возле клуба с тыльной стороны. Ну и вышли сюда вот в казарме. До свидания, до новых встреч.